Когда-то первый раз, когда мы попали в это в Майами, мы были в этом отеле, вот Централ Парк Отель, с дочкой поселились. А, взяли там, значит, one bedroom, типа квартира, студия. Тогда это стоило $75. Сейчас за $75 уже с таксами ничего приличное не возьмешь. Вот. Ну, как говорится, времена меняются. Дешевле уже ничего не будет.